Привет, интернет! С вами Илья, это наша игра День, и мы продолжаем обзоры техники. И сегодня смотрим на игровую клавиатуру с настраиваемой RGB-подсветкой Sven G8800. Гоу лайки и поехали! Если что, сегодня мы смотрим на большую полноразмерную клавиатуру с отличной RGB-подсветкой. Комплект тут, в принципе, следующий. Идут бумажки, инструкция, а также набор для игроманов в виде дополнительных сменных клавиш. Они такого вот красного цвета, есть, кстати, также ключ для снятия, и это на самом деле здорово, потому что можно клавиатурку немного так изменить. Сама клавиатура выглядит очень даже классно, по бокам есть такие вот агрессивные элементы, и также это имеется в верхней части. И также, что мне понравилось, наверху есть что-то вроде такого вот отсека, куда можно положить, допустим, флешку, ручку или еще что-нибудь. На самом деле выглядит необычно, такое не часто встретишь. Лично мне понравился такой подход. Клубочки, как я говорил, тут съемные, их легко, кстати, заменить, поэтому я сразу это сделал. У меня получилась клавиатура в таком вот виде, так скажем, в геймерском формате. Все выглядит, на самом деле, как я говорил, агрессивненько, интересно и стильно. При включении уже загорается RGB-подсветка, и клавиатура еще более круто становится визуально. В визуальном плане, и что понравилось, подсветку мы легко можем настроить с помощью клавиш, это FN и плюс цифры. Тут есть множество интересных режимов на любой вкус, поэтому спокойно сможете подобрать оптимальные для себя. Еще из интересного, в клавиатуре имеется USB-порт, и это тоже на самом деле очень удобно, потому что можно подключить ту же самую флешку, допустим, через клавиатуру, и не нужно куда-то там тянуться, или, например, зарядить смартфон, и это тоже, конечно же, максимально удобно. Теперь по использованию. Сразу скажу, клава большой, требует пространства, но за счет этого и играть с ней гораздо комфортнее. Если вы любите большие размеры клавиатуры, то думаю, точно вам понравится этот формат, и вы быстро к ней привыкнете. В принципе, я тоже быстро привык, сразу же получил удовольствие от игрового процесса, и клавиатура мне вполне понравилась. И звук, конечно же, она издает, сразу говорю, так скажем, средняя громкость тут при нажатии, и я не знаю, многих ли это напрягает, но для меня вполне такой звук, так скажем, подходит. Я протестировал клавиатуру на той же КС-ке, в принципе, все отлично, полет замечательный, и что понравилось, это то, что клавиатура, опять же, большая, она не скользит по столу, тут отличные ножки антискользящие, за счет чего клавиатура отлично лежит на столе. Также, что мне понравилось, вообще клавиатура собрана очень качественно, тут ничего не лифтит, не хрустит, она достаточно добротно сделана, и, думаю, послужит просто на долгое время. Также тут идет тканевый провод, что тоже обеспечит, конечно же, надежность, порвать его будет крайне сложно. Если говорить по минусам, то я бы выделил только один минус, который, возможно, для кого-то будет важным, это то, что клавиатура не регулируется по наклону. Тут, то есть, нет таких вот специальных ножек, и мы не можем угол наклона тут настроить. Ну, для меня дискомфорта это не вызвало, я, в принципе, никогда под углом клавиатуру и не ставлю, поэтому с этим был полный порядок. Вот, ребята, как-то так. Если что, клавиатура стоит порядка 1600 рублей, что на самом деле очень дешево, я бы сказал, за подобное качество. Вот как-то так. Ссылка будет в описании, можете более детально познакомиться и делитесь своими впечатлениями в комментариях под этим видео. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро мы вновь увидимся. До встречи, пока.